Здравствуйте, с вами снова «Выходные на колесах», канал для тех, кто привык смотреть на мир через лобовое стекло своего автомобиля. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по старому Галицкому тракту. Это один из самых значимых торговых путей России до того момента, как было пробито второе окно в Европу в Санкт-Петербурге. Я напомню, первое окно это был Архангельск. Поэтому все вот эти вот ниточки, по которым купцы везли свои товары, шли с юга на север. И вот одна из таких важных дорог проходила в пределах нынешней Костромской области и упиралась в границу нынешней Вологодской. По этой дороге мы и поедем. Сам Галицкий тракт называется так потому, что на его пути находится древний город Галич, где и находился знатный торг, говоря современным языком, рынок или базар. В древности Галич именовался красиво Галеоном, и там, если верить историкам, был даже свой язык. Впрочем, обо всем по порядку. Речь идет о так называемом галивонском алемане, о фенском языке, в просторечии фене, придуманной торговцами. Сохранив традиционную морфологию, купцы придумали новые корни, таким образом они могли обсуждать публично любые секреты или плести козни, не боясь быть разоблаченными. Лишь на глубоко ассоциативном уровне можно заподозрить, что скрыпы – это ворота. А вот то, что «костырга» значит «судья» или «зюсак» значит «пара», догадаться невозможно. Галич был городом умелых и хитрых торговцев и смелых и гордых воинов. Его называют еще городом трех крепостей, которые сменяли друг друга. И первые две были символом самостоятельности Галич-Мерского княжества с 1247 года, когда Святослав III отдал эти земли своим племянникам, до 1450-го, когда Василий Темный присоединил их к Москве. А его сын, Иван IV, обозначил тот самый ставший главной внешнеэкономической артерией путь личными поездками на русский север. Да, сильное место. И вид отсюда открывается потрясающий. Но я думаю, что Юрий Дмитриевич, когда основывал здесь в начале 15 века вторую Галическую крепость, руководствовался отнюдь не эстетическими соображениями, но стратегическими. Кругом обрывы. И этот Кремль казался ему неприступным. Но ровно через четверть века войска московского князя опровергли эту самоуверенность. И тогда Галич сдался на милость москвичам и окончательно уже навсегда потерял свой суверенитет, свою независимость. Не только эти холмы, но и вся земля вокруг Галича напичкана артефактами. Но самая удивительная находка была сделана в июне 1836 года в селе Туровском на противоположном берегу озера. Крестьяне-помещицы Челеевой строили плотину для мельницы и наткнулись на старинный горшочек. В нем оказались весьма загадочные предметы, часть из которых крестьяне сдуру побросали в воду. Но то, что осталось, описано оказавшимся там на счастье епископом Черниговским Павлом и сегодня именуется Галичским кладом. В своей бумаге с описанием находки епископ Павел предположил, что клад был оставлен представителями древнего народа Мере, населявшего эти края, по сути, предками современных костромичан. Что, мол, это свидетельство их древних языческих верований. Но на самом деле, как позже установили ученые, никакого отношения к исконным жителям этих северных земель Галичский клад не имел. Более того, эта находка оставлена совсем другими пришлыми, кочевыми людьми. Причем их культура была для своего времени очень высокоразвитой. Ходили здесь по нашим территориям кочевники. Это сейбинско-турбинская культура. Вот, пришлая, которая была в то время очень развита. Естественно, как-то они приносили свои знания и на нашу местную территорию. И вот этот вот клад, он не является кладом в современном понимании, да? Это шаманский комплект, вообще так о нем говорят.
После присоединения Галича к московским землям город оказался, по сути, приграничным. Это был северо-восточный форпост в борьбе Москвы с казанскими татарами. Галичанам, уже отражавшим татарские набеги и пережившим не одну междоусобную схватку, воевать было не впервой. Тем более, что в городе возводится третья по счету крепость с мощными земляными валами. В октябре 1523 года хан Герай осадил Галич, но статус ни разу не поверженного града был защитниками сохранен. В 1552 году, после взятия Казани, Галич становится из порубежного прифронтового города фактически глубоким тылом. И валы вот этой уже третьей по счету крепости теряют свое фортификационное значение. Как это бывало с другими русскими крепостями и монастырями, которые вдруг оказались ненужными. Они быстро превращались в тюрьмы, в остроги, в места ссылок. Не минула эта участь и Галицкую крепость. Она помнит и Василия Шуйского, и Шемяку. Но героическое прошлое ее на 1552 году не обрывается. Ведь именно отсюда в 1608 году вышло первое русское ополчение против польских интервентов. Те известные отряды, которыми руководили Минин и Пожарский, нижегородские отряды, были уже позже. И Галич сильно поплатился за эту инициативу. Сюда пришел польский карательный отряд, после визита которого город был практически уничтожен. По свидетельствам очевидцев, а летописи сохранили эти свидетельства, по улицам буквально текли реки крови. И для того, чтобы население вернулось сюда, для того, чтобы город восстановился, потребовались десятилетия. Впрочем, это были последние серьезные неприятности в жизни города. Дальше все пошло, как и было встарь. Только у местного купечества стало еще больше возможностей проявить коммерческие таланты. Более того, Галицкий тракт получает и еще одно значение – как торговый путь на теперь уже свою Казань. Самое главное, чем он торговал, это, конечно, была пушнина. Это валюта того времени, это рыба, которой было много, это строительный лес. Но самое главное, почему Галич богател, это соль. Это товар, который давал возможность заготовить еду впрок, а значит, не умереть с голода. Ну а соль еще чуть позже, а пока про лес. Здесь умели не только торговать лесом, правильно подбирать его и предлагать клиенту то, что нужно, но и работать с этим потрясающим материалом. Недаром Петр I задумал строительство Санкт-Петербурга, новой столицы, города на болоте, призвал сразу галицких мастеров топора. И потом местные мужики демонстрировали свои потрясающие навыки на протяжении столетий, работая на отхожих промыслах в Москве и в том же Питере. Совсем скоро у нас, надеюсь, будет возможность лицезреть чудом сохранившийся результат их труда, их мастерства. Вот только осталось доехать в глухой лес под Чухломой. Ну и несколько советов тем, кому идея путешествие по Галицкому тракту показалось привлекательной. Во-первых, заметим, что асфальт здесь сносен, и он есть практически везде. Ну, по тем точкам, по которым мы вам предлагаем проехать. Так что можно ехать на абсолютно любом автомобиле. Второе. В южной части Галицкого тракта с инфраструктурой все в порядке, есть заправки. Правда, не надо быть особо привередливым. Сетевых колонок здесь практически нет, но заправляться можно везде. По крайней мере, по нашему опыту проблем не было. Что касается мобильной связи, то есть провалы. Поэтому, ну, просто имейте в виду, если вдруг вы захотите срочно выйти в соцсети или кому-то позвонить, то иногда придется потерпеть. Движение тут довольно оживленное. Так что, если вдруг что случится, то можно надеяться на помощь проезжающих мимо.
Народ, в принципе, тут отзывчивый в этих краях. Ну, а что касается одежды, то одевайтесь по погоде. Ну и помните, что вы находитесь на русском севере, поэтому зимы здесь несколько морознее и суше, чем в столицах. Дни зато короткие. Так что нужно успеть много посмотреть за те небольшие часы, пока стоит солнце. Ну а что касается лета, то здесь все наоборот. Днем почти белые ночи, правда прохладные. Ну а дни длинные и довольно теплые. Правда, стоит заметить, что лучше запастись репеллентами, поскольку если в райцентрах, в городках еще ничего, то вот на природе, если вы захотите выйти в лес, например, или где-то на проселках, на озерах, будет довольно много комаров и мошки. Ну а в остальном, приятного вам путешествия, оставайтесь с каналом «Выходные на колесах», вас ждет еще много интересного.